пошла, дошла до серединки, вот опять до этого места почувствовал, подвинулась, как раз еще больше расслабилась, особенно так называется мягкая правка в чем заключается, то есть действительно ты это, и потом как на горочке вошла, и вот этот момент, в этот момент ты как бы скатываешься в сторону именно позвоночника, в сторону сюда, вот именно, по сути дела, да, ну вот так, да? И пошла. Момент очень... Поперек этой мышцы или вот раскапывалась? Да, да, да. Да. И доходишь до вот до этой ямки, что называется, вот так. И идешь, по сути дела, прям вдоль. Вот прям вот этот самый медленный эффект. Медленный надо эффект. Но самое тут, в чем здесь кайф? Главное, глубокое погружение, но медленное, понимаешь? Человек запомнит на всю жизнь вот этот момент. Будет характерен такой выдох. А, да, хорошо. Да. Понимаешь, вот он, особенно вот в эти, вот этот участок, вот этот, да, вот этот ладонь. Некоторые, вот смотри, ладонь. Прямо говорят, кайф. Ладонь, видишь, покрывает, да? Угу. Начало ладонь. Отсюда вот до сюда. Вот это считается самое проблемное место вот от позвоночника и вот до лопаток. Вот оно идет всего. Вот оно. Казалось бы, с хреново душу, блядь. Да? Но сюда делается 70 уколов. Прикинь, когда ранс делается. По 30, с каждой стороны по 35 там, понимаешь? Вот. То есть поэтому ты спокойненько вот таким образом прошла медленно, как удав, заглатываешь. Прям вот это. Ну, медленно, понимаешь, то есть вот такое, да, приблизительно. И вот этот, самую, считай, вот эту трепетную точку в теле, ты медленно прошла вот таким темпом. Ну, да, может, до сюда, прям до крепления эти. Также здесь, тоже здесь побарахталась, да, два раза. И потом третий раз спускаешься, и вот так пошла медленно. Ну, давай, вот сделай вот тут один раз. Считается вот от позвоночника до лопатки где-то примерно три линии прохода. Да, лучше так ориентируйся. Раз, оп, вот это должна покрыть зону. Причем выделить это место конкретно, прямо выделить это место, понимаешь, от души. Угу.